Я вам клянусь, джентльмены, эта фифа отшила самого Эдварда Гилла с его Роллс-Ройсом и 2 метрами накачанного туловища. А стоило вот этому хоббиту шепнуть ей на ушко пару глупостей, и сегодня утром она уже жарила тосты в его сорочке. Сознайся, русский, ты дал ей денег? Или снотворное в мартине подсыпал? Или твой жидкий парфюм и смешная мордочка вызвали в ней сострадание? Я понял, понял, это его акцент. Они от него тают. Так, что там у нас? Кэрол, Джейн, Софи, Наоми. Колитесь, дамы. Почему он? Почему не мы? Нормальные, похотливые негодяи. Окей, джентльмены. Учитывая нашу многолетнюю дружбу и то, что за пиво платит Дэниел, я дам вам пару бесценных советов. Советы эти такого рода, что после них либо получаешь по морде, либо ароматные тосты к завтраку. Записывайте. Записывайте. Я Тим Робинсон. Я всего лишь тупая, неотесанная деревенщина. И мне никогда ничего не светит. Ладно, если серьезно, есть всего одно правило. Вот теперь внимательно. Недоступных женщин не бывает. Вообще. Ни одной. Внутри каждой ледяной королевы живет изнеженная принцесса, мечтающая быть завоеванной. Не пыхтим, дышим, держим темп, ногами мурашки не загребаем, носок пятка. Все эти Лара Крофт на своих спортивных авто, феминистки с мужскими стрижками, матери-одиночки с разрядом по айкидо. Все они по природе своей слабы, растеряны и уязвимы. Алена Львовна, чего? А Мурашкин больше не может. Давай, Мурашкин. 4 гравитации, 8. И что бы вы там ни болтали, говорите это не ей, а той беззащитной пленнице, заточенной в темнице ее подсознания. Лена Львовна, а вы в курсе, что перегрузки детям противопоказаны? Так, кто это сказал? Мурашкин! Мурашкины ягоды, еще один круг по стадиону и дополнительный блок приседаний. Ну! Да-да. Спящая принцесса очнется и сама сбросит вам веревочную лестницу. Принцессы, лестницы, то он нам лапшу на уши вешает, господа. Так он нам все и выложил. Окей, хватит демагогии. Как насчет вон той богини с очками за 1000 фунтов и печатью ненависти ко всему живому? Не твой уровень? Слишком просто. Спорим, что эта сердитая фея плеснет в тебя скотчем и подаст в суд за домогательство ровно через 6 минут, 47 секунд, и дама с красным ноутбуком выйдет со мной. Вот в ту дверь. И не потому, что мне нужна твоя сотка, а чтобы ты всю ночь мучился и думал, как я это сделал. Сорок один, 42, 43, 44, 45, 46. Шесть, 47. Рекорд. Закончили упражнение. Эй. Вот скотина. четверг 100-метровка. 12,5 секунд для девочек и 13 для мальчиков. Замуж не надо. Точно. Надеюсь, никому не надо объяснять, что партнерство с Vision A выведет корпорацию на новый уровень и очень порадует Большого Гарри. В случае успеха он обещает перевести наш отдел на пару этажей выше, плюс приятные бонусы к Рождеству. Давайте, джентльмены, мне надоело делить кофеварку и холодильник с этими хиппи-айтишниками. Однако ребята не торопятся. Все в порядке. Типичная доминантная стратегия. Пытаются скрыть заинтересованность. Они у нас в кармане, джентльмены. Посмотрим. А вот, кажется, и они. Алекс, похоже, это по твоей части. Я перезвоню. Стратегия Favor Science весьма впечатляет. Однако для нашей компании кажется слишком радикальной. Ваши темпы направлены на охват массового рыночного сегмента. Мы же нацелены на более концентрированный маркетинг. Кроме того, наши потенциальные партнеры из Irish Group предложили более выгодные условия, поэтому... Боюсь, на данном этапе мы вряд ли можем рассчитывать на полноценное сотрудничество. Семь долбанных месяцев. 7 месяцев коту под хвост. Я не виноват, что эта стерва не в состоянии разделять бизнес и личные отношения. Понты свои в штанах держать нужно, а не тащить в постель все, что движется и носит лифчик. Кабелина. Хорошо, хорошо. В следующий раз, когда захочу любви, буду уточнять, не председатель ли она совета каких-нибудь паршивых директоров. А следующего раза не будет, красавчик. Как только Большой Гарри узнает, по чьей милости Vision A свалили к нашим конкурентам, он свинтит тебе хозяйство. И твое бестолковое туловище вылетит на биржу труда. И тебе конец. Мистер Харламов. Что? Президент хочет вас видеть. И побыстрее. Господин Фаворский не любит ждать. Ну все. Крышка тебе, Казанова. Добрый день, сэр. Мне передали, что вы... Алексей Харламов. Родился и вырос в Москве, в Сокольниках. Английская спецшкола, золотая медаль. 2005 год, Оксфорд, факультет финансов. После чего был приглашен в аудиторский отдел корпорации Science Fire. Как видишь, я в курсе досье моих подчиненных. Садись. Я польщен. Я знал твоего отца. Я знаю, сколько денег он вбухал в образование своего подающего надежды оболтуса. Простите, сэр. Если я и облажался, то я готов понести ответственность, и мои родители здесь абсолютно ни при чем. Да, ты облажался. 5 миллионов фунтов стерлингов и полгода жизни 30 сотрудников. Вот цена твоего небольшого сексуального приключения. Да, я подонок, сэр. Совет директоров считает точно так же. И единодушно настаивает на твоем увольнении. Согласен, таким, как я, нельзя давать спуску, но... Если я воспользуюсь шансом и постараюсь всячески все исправить... Шансом? Угу. А с чего ты взял, что он у тебя будет, этот шанс? Ну, с того, что, во-первых, моя компетенция доказана приростом эффективности нашего подразделения. Во-вторых, вы же не оставите соотечественника на улице с жалким пособием и уничтоженной самооценкой. Ты плохо меня знаешь, сынок. Отнюдь. Казичинский переулок, 27-я школа, физтех, красный диплом, эмиграция, удачное вложение инвестиций. Если бы вы хотели меня уволить, я сидел бы не здесь, а у мистера Фроста в отделе кадров. Так это легко исправить. Дебра, нет, подождите, сэр. Я прошу вас, босс, не надо, не увольняйте меня. Вы же знаете, этот город меня сожрет с потрохами. Я не смогу оббивать пороги и жить на жалкое пособие в 20 фунтов в неделю. Посмотрите на мой костюм, посмотрите на мои часы, я не смогу так. Ладно, не ной. Дебра, I need a car and my pot plate, please. Садись. Сейчас. Поедешь со мной в командировку. Да. Можешь считать это тем самым последним шансом и актом высочайшего доверия. Хорошо, я согласен. Куда едем? Я готов. Стамбул, Будапешт, верно? Москва. Родина. 45-я школа. Ангелина Ивановна Забелина, педагог, астрофизик. В молодости состояли с ней в отношениях, но она предпочла другого. О, она была дурой, сэр. Сядь на место. Стало известно, что Ангелина Ивановна и ее супруг недавно разъехались. И поэтому я решил... эту женщину вернуть себе. Но в этом вопросе мне нужен хороший консультант. Что касается нашей многострадальной пристройки. По решению районной администрации она переходит в собственность ЗАО Форос. Пройдите. Правда, этот печальный факт несколько скрасит компенсация в виде солидной суммы, которая поступит на бюджет нашей школы, которая позволит... Один вопрос. Вы же в курсе наверняка, что по версии журнала Forbes в этом году ваш доход составил 3 миллиарда фунтов. Босс, я считаю, что любая женщина сочла бы за счастье. Ты жлоб, Леша. Если бы это можно было решить с помощью денег, я бы сейчас не сидел здесь и не разговаривал с проходимцем, который провалил важнейшие переговоры. Да. К сожалению, мадам Заберина очень горда. И до безобразия не меркантильна. А какая компенсация? В пристройке ютится мини-обсерватория. Вы куда прикажете поставить мне телескоп Ньютона с автонаведением? В кабинет географии или, может, в столовую? Ангелина. Товарищи, пускай они забирают свои грязные деньги и оставят нам помещение. У нас модель квантового ускорителя ставить некуда. А вакуумный насос на 40 мегапаскалей. Лев Сергеевич, почему вы молчите? Или весть о компенсации застила вам разум? Ау. Мне нужен профи, узкий специалист. И судя по тому, как ты сразил эту ледяную стерву за сколько там? 6-7 минут. 6:47. Ну, ты реально разбираешься? Поэтому давай, учи меня своим технологиям. Если мадам Заберина капитулирует, окей, возвращайся в отдел и дальше протирай свои драгоценные брюки. Договорились, и сколько у нас на все про все времени? Полчаса до Хитроу, 4 часа лету, плюс московские пробки. Мистер Фаворский, машина ожидает. То есть, вы хотите, чтобы за 6 часов... я научил вас всему тому, что постиг с тех пор, как впервые донес за девочкой ранец в школе? Отточенному годами мастерству лжи и манипуляций? Отдел кадров на 2-м этаже. Приятно было поболтать, красавчик. Ладно, уговорили. Начнем с внешнего вида. Что-то не так? Нет, все так, кроме того, что вы похожи на дорогой манекен. Хам. Сами напросились. Вы безлики в своей безупречности. От вас даже не ба. Вы этакий большой Гарри, вернувшийся на свою чумазую родину, желающий кого-то удивить своим дорогим костюмом. Снимайте пиджак. Что? Снимайте, говорю. Хотели личного тренера, поэтому терпите. А то обложили себя под хранимами. Превратились в ходячее клише. Небрежный шик. Легкая потёка. Вот что отличает настоящего по весу от сожравшегося и скучного капиталиста, застрахованной тачкой и огромным количеством одинаковых ботинок. А что плохого в защите собственности и хорошей обуви? Это не сексуально, босс. Москву этим не удивишь. Русские женщины любят плохишея. Рядом с вами должно быть запретно, опасно, непредсказуемо. Как с героем романа, на которых воспитывались искушенные интеллекты. Да. Ой, подождите. Джексон, дай сюда пиджак. Пиджак давай. Спасибо. Надевайте. Надевайте, босс. Вот в этом вполне можно решить, что вы вчера гнали на джипе по Гватемале. И завтра не знали, где окажетесь. Ну, например, на приеме у датской принцессы или на подпольных боях в Бангладеше. Да, но вчера играл в гольф с партнерами из Свидиш-глобу. Неправда, босс. Вчера вы рыбачили на Маврикии и спасли из сетей детеныша тигровой акулы. Он вцепился вам в запястье и поцарапал циферблат именных лягутье. У меня сам Ларакс, они совершенно целые. Дарю. Этот маленький дьявол чуть не оттяпал мне руку. Теперь каждый раз, когда я смотрю на свои часы, у меня замирает сердце и наворачивается слеза. А когда ты рыбачил на Маврикии? Никогда, босс. Наши головы были так близки, руки практически соприкасались. Значит, твой рецепт – это напялить чужой пиджак и набрать 3 короба? Кто бы говорил, человек, поглотивший концерн Global Agency и распиливший его на запчасти, как старую машину. Ха. Погнали. Не надо размахивать ручонками, Олег Борисович. Я с телескопом в кабинет к вам приду, ясно? Лев Сергеевич, почему мы молчали? А что толку-то? Если Сам факт моего присутствия вызывает у меня дикое раздражение. Да, и поэтому бездействие лучший выход, брал очень спортивное поведение. Хорошо. А что мне сделать, вы прикажете? Мне застрелиться? Мне на атомы разложиться? Нет. Поднять с полу. Поднять с пола карту звездного неба и отнести ей. Я видела, она специально ее уронила. Да? Живот втянули, спину ровно. Да. И вперед. Да. Давайте, давайте, давайте. Никогда не спрашивайте разрешения. Сели, отвесили негативный комплимент, заказали и видите. Но это же хамство. Женщины любят подчиняться. Доминируйте, ставьте ее в тупик. Вы же это умеете. Давайте. Во-первых, не мочите. Во-вторых... Ну тогда по чашечке кофе. Стоп. Я же сказал, никаких вопросительных знаков. Ангелина Ивановна, вы уронили. Я... Подайте мне сюда. Давайте я все это понесу. Хотя по-мужски было, очень по-мужски, знаете. Ну хорошо, ну а что я уронил? По распоряжению начальства. Я уже расчистил другое помещение в цокольном этаже. Там хватит места и для вашего телескопа, и для моего ускорителя. А на Туманность Прометея как буду смотреть с подвала вашего, разумеется, да? Не знаю, но я думаю, можно... Ничего вы никогда не знаете. Нигде ваши субатомные частицы, нигде ваши носки, никогда у нас годовщина. Я не забыл. Я просто выпал из времени. А согласно Евклиду, оно не зависит от состояния наблюдателя. Да, зато зависит от силы и скорости гравитационного поля. Это да. Притяжение больше нет, да, Виктор Сергеевич? Ну, знаете, нет так нет. Женщинам нельзя оставлять выбора. Ристретто с граппой, мне и даме, запомнили? А если ей не понравится? Понравится. Вам нужно дать понять, что вам виднее, что у вас все самое лучшее. Кофе, виски, парфюм. Кстати, о запахе возьмите. Анис и гуава. Она почувствует аромат. Скажите, что маленький сувенир из Колумбии в память о небольшом приключении в Картахене. Где? Вы видите, разговор завязался. Слушай, а нельзя без этих твоих профанаций? В рыбалку я терпеть не могу, в Колумбии никогда не был. Еще какие-то акулы. Между прочим, по версии People, я человек года, и уж как-нибудь сумею произвести впечатление. И чем интересно? Тем, что каждое утро вы чистите зубы, потом едете в офис, а вечером засыпаете перед телеком. Все это у нее уже было, босс. А вы другой, вы принц, вы парень из-за границы. Ведь она наивно полагает, что там, где-то далеко, все абсолютно по-другому. Поэтому смотрит свой телескоп на ночное звездное небо. Да будьте же вы великодушны, не лишайте даму иллюзий. Господин Фаворский, лимузин подан. Добро пожаловать в Москву, сэр. Ой, смотри, вот там была скамейка, которую мы с ней однажды разрисовали пацифистскими знаками. Это очень трогательно, босс, но давайте продолжим. Правило номер 12. Вы не должны принимать отрицательных ответов. А вот смотри, в том доме жил Оська-двоечник, он нас музыкой снабжал. Очень хорошо. Итак, босс, запомните, слово «нет» для вас больше не существует. Понятно? Понятно. Попробуем. Идите, пригласите Василису что-нибудь выпить. Прямо сейчас? А когда еще? Времени нет, а мы не практикуемся. Ну, давайте, давайте, давайте. Милая леди, я приглашаю вас обмыть наше приятное знакомство. К сожалению, не получится. Почему? Я веду машину, сэр. Но ведь мы могли бы где-то остановиться. Где-то здесь недалеко была приятная рюмошная. За рулем я не пью. К тому же остановка здесь запрещена. Я готов оплатить штраф, И, если позволите, могу купить вам что-нибудь приятное. Я ваш личный водитель и охранник, сэр. Эскорт-услуги в моей обязанности не входят. Но с этим же не поспоришь. Так, знаете, мне это надоело. Да. Извини, что тебе не удалось сделать из меня нахала. Да, я ошибся. Я думал, что в вас еще жив дух здорового авантюризма, а вы просто скучный мешок с деньгами. Я умываю руки и выхожу из дела. Останови машину. А вот его ты почему-то сразу послушалась. Эй, ты куда? К друзьям, пить водку, искать приключений. Нет у тебя здесь друзей, Леша. Слушай, хорош выделываться, давай, садись в машину. Извинения приняты, босс. Стой. Я хочу тебе сказать. Ты, конечно, большой мастер трепаться и морочить голову, но нанял-то я тебя не поэтому. Просто понимаешь, там, ну, в Лондоне, среди всех этих пираний и подхалимов меня вряд ли кто-то смог бы понять. Ну, а что они думают? Старый козел захотел русскую женщину. Они же здесь не жили. Не дышали этим воздухом. В общем, Лех, спасибо тебе за компанию. Георгий Михайлович, я тронут. Ну что, может, обнимемся тогда? Купился? Ты еще столько не знаешь о лжи, красавчик. А вы не так уж и безнадежны, босс. 45-я школа. Поехали. Так, давайте сюда эти ваши архаичные фотки. Да-да, те самые, которые вы так трогательно разглядывали по дороге в аэропорт. Туманность Прометея, которая видна невооруженным глазом всего лишь как звезда четвертой величины, разворачивается в величественную спираль, если смотреть на нее в большой телескоп. Вспышки ее сверхновых излучают столько же энергии, как и светила нашей галактики. Это доказывает, что расстояние до туманности Прометея 500 тысяч световых лет, и что все спиралевидные туманности Елена Ивановна, это вы? Что, ваш парень? Красивый. И вы, наверное, разбили ему сердце? Так, это кто делает, а? Ивановна! Ангелина Ивановна! Да, это я вам! Это он вам. Тут мужчина со слайдов. 25 лет назад мы с вами ехали в троллейбусе от Фрунзенской до театра эстрады. На вас было синее платье. Вы ели эскимо за 20 копеек. Вам попался счастливый билет. Вы дали его мне и велели съесть на удачу и на счастье. Есть я его тогда не стал. Оставил на память. Вот. Счастье так и не случилось. А вот удачу принесло. Возьмите. Можете съесть. Можете просто выбросить. Но только знайте, он реально работает. Потому что я сейчас здесь. И вижу вас. Что вы стоите? Смотрите, какая тачка. Идите к нему. Может, еще полезет. Так, ничего интересного не происходит. Пожалуйста, все расходитесь по своим местам. 9Б. К вам это тоже относится. Вероника Степановна, ну убирайте первоклассовку. Давайте, давайте, быстрее, быстрее. Геленька, это же я, Жора. Да, Жора, я помню. Но если мы с вами когда-то были знакомы, это не повод появляться после звонка и срывать занятия. Вот нравы, да? Думаю, этот пиджак дорогущий нацепил, все можно. Простите, мисс, а вы случайно не знаете, кто этот сентиментальный хозяин жизни? Этот? Это Фаборский, миллионер из Англии. Финансирует научные проекты и космические модули. А что? Ого! Угу. А вы думали, если на мне свисток, то я типа не в теме? Что вы, у меня и в мыслях такого не было. А еще я видела, как вы расставляли тут фейерверки и давали на лапу нашей охране. Так что... Подкат не удался, мистер, как вас? Харламов. Харламов. Для вас просто Алекс. Личную жизнь босс устраиваете, мистер Харламов. Ну, знаете, нужно же когда-нибудь пожить и для других. Не все же существовать в вакууме собственного эгоизма. Бабки большие он вам платит, так скажите. Ай-яй-яй-яй-яй, я и забыл, какие в Москве циничные дамы. А с чего вы взяли, что я к вам подкатываю? А я работаю с детьми, молодой человек. И я очень хорошо знаю, когда меня пытаются развести. Чтобы застыли, друзья. Быстро 4 круга по стадиону, потом футболку. Слушайте, а вы серьезно думаете, что можно пропасть на 25 лет, а потом вернуться вот просто так, с какой-то бумажкой? Нет, я не только с ней. У меня еще вот... Вы с ума сошли? Ты не то подумала. Я имею в виду юбилейный рубль. Помнишь, мы нашли в фонтане? Ну, если тебе нужны деньги, Геля, пожалуйста. Прости, я не понимаю, что говорю. А вы кто, Леня? Парень ее. Женитесь на ней, пожалуйста. Чего, достала? Договорились. А, Геленька. Геленька, давай мы для начала успокоимся. И пойдем куда-нибудь посидим. Выпьем ристретто с граппой. Старинный колумбийский рецепт. Итальянский. Да. Ну, да, итальянский, это я забыл. Из Колумбии у меня вот это, Геля, вот. С ума сошли, уберите. Нет, нет, ну, не беспокойся. Да? Нет, это сувенир. На память об одном приключении в Гватемале. Так в Гватемале или в Колумбии? Я не могу больше слушать этот бред. Извините, пожалуйста, вот возьмите. Это ваши вещи и возьмите все. Геля, подожди, не уходи. Я давно хотел тебе сказать. Меня укусила акула. Вот здесь. Мне тут паренек по секрету сказал, что влюблен в вас безумно. Но это ничего, я лет в 13 тоже был влюблен в училку по физре. Что ну-ну? Выиграл районное соревнование, все для нее делал. Ночей не спал, отжимался, подтягивался, в высоту прыгал. А потом выяснилось, мне рассказали, что она меня использовала, ей нужна была от меня только медаль для улучшения каких-то ее личных показателей. Так, а если бы у меня в руках был глобус с приставными, вы бы сказали, что любили учительницу по географии? Зря смеетесь, мне до сих пор горько смотреть на девушек в тренировочных штанах. Все это очень слащаво, мистер Харлан. Так же, как история про билетик. Пешком, пешком идем отдыхаем. Это же вы придумали? Ну так, расставил пару запятых. Да, оно и видно. Что видно? А что для вас не слащаво? Бесчувственная вы женщина. 100-метровка за 12 секунд. Легко. Нет, тогда нет. Подтянитесь. Сколько? Вы чемпион? Да. С медалью? Угу. Ну, тогда хотя бы 8 раз. Значит так, 9. И ты мне целуешь. Чего? Чего? От тебя не убудет, а я, наконец, избавлюсь от застаревшей подростковой травмы. Считай. Молодец, пятерка тебе. Спасибо. Забудь все плохое, чемпион, и живи дальше. А теперь футбол. Ура! У меня полный провал. Что такое послала? Чуть полицию не вызвала. Отлично, это то, что я и хотел. Что? Ну, вы дали ей выпустить пар. Она почувствовала свое превосходство. Теперь мы с вами можем переходить к следующему этапу. Она обозвала меня психом и велела не приближаться. Вы не умеете считывать сигналы, босс. Вот если бы она вам на шею бросилась сразу, вот это был бы настоящий провал. Это меня устроило бы. Это рутина и скука. Настоящее чувство высекается в столкновении. Конфликт – вот топливо для страстных взаимоотношений. Хотите бесплатный совет? А, это Алена, педагог по физической культуре. Здравствуйте. Здрасте. И подслушивать некрасиво. А чушности красиво. Короче, джентльмены, Ангелина Ивановна боится одиночества. А последнее время единственное, кого он встречает дома, это кот. Ой, как слащаво. Да, зато по делу. В общем, если в ее отсутствие вы там устроите сюрприз, цветы, шарики, все дела, то неизвестно, чем закончится вечер. Хм, план отличный, но есть одно но. У нас нет ключей. Это я беру на себя. Скажите, мисс, а почему вы нам помогаете? Да она втрескалась меня по уши, босс. Бедная девочка. Больно смотреть, как женщина-астрофизик превращается в чокнутую кошатницу. Ого! У вас все-таки что-то человеческое еще осталось. Чего не сделаешь ради счастья старшей подруги. А вот в этом месте у нее однажды каблук сломался. Знаешь, что я сделал? Что? Взял ее на руки. Нес до самой квартиры несколько этажей. Я, если честно, выдохся еще там, где вы первый раз поцеловались. А вот здесь академик жил. Он мне кофе выносил, когда я в подъезде дежурил. Чего? Дежурили? Ну да, ее мама иногда гулять не выпускала. Так, стоп. С этого места поподробней. Какая мама? Ох, обыкновенная мама. Да она уже умерла, наверное. Хорошо. Как в квартиру зайдем, свет не включайте. Ничего не изменилось. Все на своих местах. Он даже Циолковский. Здрасте, Константин Эдуардович. Да, это снова я. Узнаете? Кстати, вот эти ракушки, видишь, стояли 25 лет назад на этом же месте. Желтая, розовая, зеленая. Ну что там? Все вроде. Слушай, а не слишком это все? Не-не, нормально, в меру сентиментально, креативненько и по-европейски. Все, пошли. Стоять, руки за голову. Ух ты, ух ты, ух ты. Командир, ты чего? Ну, свои же мы местные, ну. Документы предъявляем. Так нет ничего, все в гостинице осталось. И документы, и паспорта, и права, все. Моя фамилия Фаворский. Будьте любезны, позвоните в британское консульство. Сейчас. Боже мой, что здесь происходит? Ой, здравствуй, дорогая. Объясните им, господам, что не пристало ломать руки гостям столицы. Сигнализация сработала, мы среагировали. Вы хозяйка квартиры? Да, да, я хозяйка и мама моя, Ангелина Ивановна Забелина. Вы людей этих знаете? Вот этих сейчас. Этих нет, этих первый раз вижу. Оформляем. Она сама нам ключи дала. Он президент британской компании по гугле. Давай, бери себя в руки и возвращай свою обиженную супругу. Только не вздумай зарыдать, мама. Добро пожаловать на родину, Саша. касательно Земли по своей эллиптической орбите. Светило можно будет наблюдать в ночь на 28-е. Вот лох. Кретин, валенок. Полегче там. Все, все, командир, все, тихо, тихо. Нет, Леш, валенок это я. Ой, да перестаньте, босс. Вы жертва. Обманутый влюбленный, одурманенный духом Отечества. А я, как лидер нашей группы, должен был сразу понять, что это развод. Это я ее бросил. Что? Ну тогда, в 89-м. Мы же должны были пожениться. Но вдруг появилась возможность. Тендер, грант, теплое местечко в Манчестере. Я все бросил и уехал туда. Через неделю позвонил ей, а она трубку не берет. А это реальный косяк, приятель. А почему вы мне сразу об этом не сказали? А что бы это изменило? А я бы не взялся за это безнадежное предприятие. Босс, вы хотя бы представляете, что значит брошенная интеллектуалка? Обманутая в своих надеждах идеалистка. Догадываюсь. Нет, босс, вы даже не догадываетесь. По моим меркам, это типичная не туда, классическая мимо кассы, стопроцентный тухлый номер. Точно. И я не удивлен, что ее бешеная дочь натравила на нас легавых. Это мы еще легко отделались, босс. Слушайте, Большой Гарри, если вас так проперло по ностальгии, ну, хотите, я вам организую любую другую русскую. Выбирайте. Спортсменки, писательницы, музыканши, бизнес-леди, все, что хотите, с вашими деньгами и моим опытом. Леша, ты не понимаешь? Мне нужна именно эта женщина. Смиритесь, босс, это невозможно. Невозможно кредиты перебрасывать на подставные фирмы с уставным капиталом меньше миллиона. А у меня получалось. Но это же женщина. Ну, ее не переведешь на личные счета в офшоры. Оксфорд, дочерний филиал, директор отдела стратегического планирования. 500 тысяч фунтов в год плюс премиальные. В случае успеха, Лешенька, это должность твоя. Улыкин. Финансовый аналитик. Бывший. Сейчас нахожусь в поисках работы. Посиди-ка, старичок. Посиди, посиди. Хорошо, босс. Вы меня уговорили. Только больше никакой самодеятельности. Действуем согласно регламентированной стратегии. В случае форс-мажора мы прибегаем к резервным маневрам. Договорились? Да. Шпионскую гарнитуру сможете достать? Да. А зачем? Отставить вопросы. В условиях кризиса приказы менеджера не обсуждаются. Понятно? А вот, кстати, по-моему, за нами. Здравствуйте. Мистер Фабровский? Господи, я думал, меня разыграли. Что случилось? Взлом с проникновением. Я даже не знаю, что на него нашло. Простите, пожалуйста, у вас не будет жвачки? Да, конечно. Безумие какое-то. Господин полицейский, произошло недоразумение. Мистер Фабровский – крупный европейский предприниматель, особо приближенный к его величеству. А вы кто? Представитель британского консульства. И настоятельно прошу вас отпустить почетного гражданина Соединенного Королевства. смело. Взять бы сейчас ремень, да всыпать по 1 число. Не опускайтесь до ее уровня, босс. Сидите в карете, я сам поговорю с этой коброй. Если вы здесь по поводу извинений, давайте скорее, у нас мало времени. В аэропорт торопитесь? Счастливого пути? Отнюдь, знаете, в этом замечательном городе у нас еще пара неотложных дел. Угу. Тогда имей в виду, чемпион, что вот эта маленькая диверсия была лишь началом большой войны. Хорошо, я передам боссу, что ваше сердце полно раскаяния. Да, еще передайте господину Фаворскому, что если он еще раз приблизится к моей маме, эта чудная ночь в КПЗ покажется ему приятной морской прогулкой. Там унитаз, между прочим, не работает. Босс! Отныне я ее тень. Куда она, туда и я. И не дай вам бог, ребята, оказаться в зоне моего контроля. Understand? Sure. Но, между прочим... Босс! Вы зря расточаете эпитеты, мисс. Георгий Михайлович очень занятой человек. И передайте мадам Забелиной, что визиты к ней не входят в его плотный график. Хорошего дня. Я перехожу к плану Б. Я оставлял его для критического случая, но сейчас понимаю, что это он и есть. Садитесь в машину. Ты уверен? Садитесь, я сказал. А дело обещает быть гораздо интереснее, чем я думал. Двойной латте, эспрессо без сахара. Василиса, ты богиня. Чуткая душа в этом жестоком городе. Ресторан цыганам. Почему? На педсовет. Посмотри, я не слишком дылда на этих шпильках, а? Слишком. Слишком. А так, на колобка похоже. Нет, мам, не похоже. Ты похожа на женщину, которая намерена сделать глупость. Умозрительно и недоказуемо. Загляни в паспорт и сопоставь данные с глубиной своего декольте. А сейчас еще и обидно. Да? Зато это правда. Обидно ей. Обидно. Не надо уходить от темы! 2 дня. 2 чертовых бесконечных дня. И вам доброе утро, босс. Кофе поразительно гадкий. Меня тошнит от цвета стен в моем номере и от фисташек в мини-баре. А чай, кстати, отменный. Будете? Будете. Дрянь, как и все наше бездействие. Ну, таков уж наш план Б, и вы, босс, обещали слушать. А в чем состоит твой план Б? Завернуться в белый халат и пить вот эти помои? Набраться терпения и ждать, когда мадам Забелина заскучает. Ну, как бы не так. Эта холодная женщина и думать обо мне забыла. После 2 ваших таких феерических появлений, я вас умоляю, босс. Уверен, сердце мадам Забелиной замирает каждый раз, когда она слышит музыку из проезжающей мимо машины. Думаешь, прикатит на белой карете? Спустится с неба на воздушном шаре. Устроит снова в твою честь фейерверк. Не понимаю, о ком ты говоришь. Ну, скорее всего, он уже собрал свои манатки и улетел в свой дурацкий Лондон. Вот, этого он и добивается, как пишут в журналах. Не появляйся пару дней, и она начнет о тебе думать. Я не читаю дурацкий глянцевый журнал. Я вообще думаю только о парсеках, которые отделяют нашу Солнечную систему от галактики Прометея. Закажите прямо к подъезду ее любимого тенора, и сердце вашей избранницы растает. Старомодно. простите, билборд с признанием напротив ее окна. Вычурно и пошло. Живой котенок в корзинке придаст пикантность вашему появлению. Прекратите лазить в интернете, босс. Это дискредитирует меня как инструктора, а вас как спонтанного ловеласа и думающую единицу. На этот раз никаких перформансов. Я не хочу больше ночевать в темнице. Смотри, дирижабль в небе с огромным сердцем. Так, босс, все должно быть просто, буднично и прозаично. Это собьет ее с толку, понизит уровень ее ожиданий. Вот тогда... Я вовсе не так наивна. И наблюдала в микроскоп, насколько, по сути, примитивна материя, которая нас окружает. Поэтому ты хочешь простить этого одноклеточного, который однажды сломал тебе жизнь? Во-первых, не называй его так. Во-вторых, до сих пор не могу понять, о ком идет речь. О! Случайно пройди мимо и сделай вид, что ее не заметил. Боже, как примитивно. Ой, да, мам! Геля. Так, босс, мы же договаривались, мы просто проходим мимо. Каблук сломала. Мама, что это за... А мы с Алексеем... Конечно, конечно, просто шли мимо. Да, а вы по нам тоже совершенно не скучали, звонков не ждали и глазами в толпе не искали, да? Да, представьте себе, нисколько. И каблук наверняка просто так здесь сломался. Ангелина Ивановна просто очень торопится. Конечно, и поэтому мы с вами здесь вот так вот болтаем стоим. Это вы нас окликнули, а не мы вас. Послушайте, эта беседа могла бы продолжаться еще в вечность, но Георгий Михайлович очень занятой человек, и нам нужно идти. Идите. Не, ну мы вас тоже не задерживаем. Идите. Идите. Всего доброго. До свидания. Мама, ты не купилась на эту дешевую провокацию. Вообще, что-то ничего не поняла. Так, за мной. Ладно, все идет по плану. Она вышла к речке. Которая? Да пойдем, пойдем. Значит так, уважаемые коллеги. По итогам моего десанта в бюрократические учреждения Родины удалось добыть следующее. Во-первых, выписка из кадастра. Во-вторых, вот свидетельство из городской управы об исторической значимости данного здания, экспликация поэтажного плана здания, которое наглядно свидетельствует, что невозможно использование данной пристройки в том качестве, в котором ее собирается использовать ЗАО Форос. В общем, короче говоря, у нас теперь достаточно переменных, чтобы результат данного уравнения мог соответствовать нашим ожиданиям. Правда, праздновать победу пока еще очень рано, но если мы с вами соберем пару сотен подписей и добьемся аудиенции у префекта, то возможно, вполне возможно, наша обсерватория в конце концов вернется в свое прежнее здание. А сейчас я предлагаю, хватит тратить время, которое, как известно, является величиной переменной, вот, и сейчас работает против нас. Давайте поставим свои автографы под петицией, которую я просто не помню, куда я ее дел. Дорогие товарищи, учителя, коллеги, случилось нечто невероятное. Только что мне позвонил префект лично. В городскую казну поступила какая-то колоссальная сумма денег. Георгий Михайлович, что же вы стоите? Проходите, проходите, пожалуйста. Колоссальная сумма специально для нашей многострадальной пристройки. И теперь, естественно, потребность в арендаторах пропала. Вот. Разрешите мне представить нашего спасителя, нашего благодетеля, нашего мецената Георгия Михайловича Фаворского. Человека неравнодушного, человека искренне болеющего за первозданное лицо нашей столицы. достойного сына и достойного сына нашего Отечества. Вот теперь... Ангелина Ивановна, теперь вы можете показывать свои фильмы про космос не там, где играют в футбол, а в специально отведенном для этого месте. У меня вопрос к достойному сыну Отечества. С чего такая щедрость? Елена Львовна, ну перестаньте. А что такое? За нос счет тут очки себе зарабатывают, а мы хлопаем. В Думу нацелились, господин меценат, или с налогами мутите? Вовсе нет. Все гораздо проще. Я всего-навсего простой эмигрант, который хочет чем-то отплатить взрастившему его городу и попытаться, как удачно выразился господин директор, сохранить первозданный облик нашей столицы. Да! О! Почему тогда наша покосившаяся постройка? Позвольте полюбопытствовать, когда вокруг столько старых многоэтажек, находящихся в аварийном состоянии, или вы просто так решили сэкономить? Нет. Во-первых, это только начало. Да что вы говорите, да? А во-вторых, этот бесценный памятник российской архитектуры как-то по-особому мне дорог. Лев Сергеевич, вам не пора на урок? Нет, мне не пора. Тогда, пожалуйста, ответьте еще на несколько вопросов. Какого же года это строение? Кем оно построено? С какой целью? Блесните знаниями, господин краевед. Если вы не готовились, вы так скажите. Олег Борисович, не подсказывайте. Извольте. Это типичный образец неорусского стиля второй половины XIX века с частичными заимствованиями элементов византийской архитектуры. В своих стилистических исканиях Владимир Покровский вдохновлялся архитектурой русского севера, которая была так близка его творческой натуре. И нашел ему применение в строительстве доходного дома, коим и являлась данная пристройка в 1872 году, так же, как и Исаковский дом в Кожуховском переулке. Значит, мы тут гуглим втихаря. Верните, чего я гуглил? А откуда тогда информация, мистер Харламов? Отсюда. А что бы вы хотели знать? Про Москву начала 19 века до наполеоновских пожаров, Арбат, Смоленская площадь, или наоборот, про конец 19 века, когда Лужники были отданы под фабрики, а склады начали строить на Зубовском бульваре по проекту Стасова. Типичный образчик классической архитектуры, правда, без привычных нам колонн. Молодец, вызубрил. Ничего я не вызубрил. Папа архитектор таскал меня все детство за собой, забивал всяким разным мусором этот симпатичный котелок. О, слушайте, а хотите, я вам расскажу про модерн? Морозов, Носовый, Рябушинский. Нет. Расскажи мне, как ты набрал 2048 очков, когда у меня больше 512 еще ни разу не получилось. А, так ты глупенькая просто. Садись, покажу. Смотри. Ходишь только наверх и направо. Потом возвращаешься и, главное, не забивайся далеко в угол. Ну, иначе потом ничего не соберешь. Да? Да, тренируйся. Нет, спасибо, я не за этим пришла вообще-то. Ай, опять будем целоваться? Очень смешно. А мне нет. После того, как я продемонстрировал тебе всю мощь своих стальных мускулов, ты буквально преследуешь меня? Потому что мне тебя жалко. Ты нормальный парень, а бегаешь за своим барином, как ручная мартышка. К тому же совершенно без толку. Почему? Потому что она его не любит, Лёш. Ай. Да. У нас все просто. Либо сразу да, либо нет. Можешь хоть всю Москву ей купить, ничего от этого у нее там не зашевелится. Да? Угу. А почему мы тогда сейчас так близко и о чем-то очень мило и интимно разговаривают? Не знаешь? Че? Зараза ты, чемпион! А просто не нужно терять бдительность, Алена Львовна. А чего это мы сияем, как начищенный шиллинг? Да так. Погода. Воздух, как в детстве. И как будто бы я еще не очень старый. Я что-то пропустил. Она позвала меня на свидание. Сама. Без лишних вступлений и кокетства. Похоже, твой план сработал, красавчик. Мама, ты с ума сошла? Купиться на такой дешевый подкат. Чего себе дешевый? И где моя черная сумка? Ты меркантильная и беспринципная женщина. Тебя нельзя подпускать к детям. Ну-ка. Не смей так разговаривать с матерью. А как мне прикажешь с тобой разговаривать, если ты ходишь по ресторанам со всякими проходимцами и красишься, мама, вот как Гетера? Во-первых, это цветное лицо. А во-вторых, смотри, я иду на свидание с Фаворским, чтобы объяснить ему всю невозможность наших дальнейших отношений. Не так? Чтобы объяснить ему всю невозможность наших дальнейших отношений. Сейчас хорошо сказала. Да. Нет, плохо. На трассе мне плохо. Рано торжествуете, босс. Не надо лишать меня оптимизма. Мадам Забелину никто за язык не тянул. К тому же выбор ресторана говорит о серьезности ее намерений. Это и настораживает. Она знает, что вы расслабитесь, и она сможет спокойно перевести статус свидания в разряд дружеских или даже прощальных. Да. А как это предотвратить? Ну, во-первых, расслабьтесь. Во-вторых, соберитесь и помните про правило номер 9. Прошу. Вы должны стать тем самым Жорой Фаворским, которого она когда-то любила. Собирает сверху штамма. Так. Фотографии дурацкие с 3-го курса. Вот они, фальшивые фантики. Эти допотопные аналоговые носители. А потом, мама, он сморозит очередную глупость. Ваши глаза встретятся, и ты поймешь, что ты всегда любила. Только его. Фу, я тебе сказала, чисто деловая встреча. Хорошо, мам, я иду с вами. Как? А мне, как педагогу, полезно посмотреть на того, кто командует 1000 подчиненных и при этом умудряется оставаться человеком. И почву нужно готовить прямо сейчас. Нельзя недооценивать волшебную силу прелюдии. Берите телефон, пишите СМС. Да, но Жора Фаворский никогда не писал СМС. Несчастное поколение. Эти короткие стрелы любви еще тогда могли спасти ваш роман. Пишите, диктую. Привет. Как дела? Какое вино ты предпочитаешь к устрицам? Бургундское или португальское? Написали? Да. Отправляем. Я буду сидеть за соседним столиком, и меня даже не почувствуете. Ну, вы просто бестактность какая-то. Эта бестактность удержит тебя в рамках приличия и здравого смысла. Что там? От него? О, какой неуклюжий заход. Так, пиши. Спасибо, но я не намерена пить. Отправляй. А, решила поиграть в недотрогу. Окей, идем дальше. Что ты предпочитаешь из сладкого? Тирамису или печеные каштаны? Стоп. Поставьте смайлик. Босс, ну веселый смайлик, а не грустный. Вот. Угу. Куда? Полегче, сэр. До десерта дело не дойдет. Так, стоп. Это ее дочурка. И я уверен, что она придет в ресторан вместе с ней. Так, босс, дальше я сам. Согласись, приятно, когда мужчина проявляет инициативу. О, ну что тебе, дурак? Меня тоже заволновала наша стихийная переписка. Я просто не мог усидеть на месте. Полицию вызвать? Ой, только не нужно говорить, что тебя не тронула моя серенада под окном. О, иди своего хозяина обучай этим дурацким словечком. Со мной это все не работает. Все, пока. Кстати, он же просил передать тебе спасибо. Мне? Да. Интересно, за что? Чем больше ты ей запрещаешь, тем больше ей хочется. Ты существенно упростила ему задачу. Передай господину Фаворскому, что вообще-то мадам Забелина собирается его послать. Да? Да. То есть вернуть ему его вещи. Может, еще шампанским лицо плеснет? Да, представь себе. Вы совершенно затравили матушку, мисс, и она никогда не скажет вам правду. Какую? Интересно, что она без ума от какого-то павиана, который двух слов не может связать без твоих наушников. Алена Львовна, ты действительно считаешь, что она отвергнет миллиардера, ради которого сейчас прихорашивается перед зеркалом? Да, ирония в том, чемпион, что ты тоже так считаешь, иначе ты не припёшь себе сюда раскачивать мою машину. Предлагаю эксперимент. Оставим наших кроликов наедине и поглядим, как же закончится этот вечер. Без шпаргалок и суфлеров, я думаю, очень быстро закончится. И без нашего личного присутствия, для чистоты, так сказать, эксперимента. Окей, забились. Если Ангелина его пошлет, то я соберу вещи Большого Гарри и вместе с ним отправлюсь в сторону Туманного Альбиона. А если нет? Я не буду препятствовать их долгожданному счастью. С вами приятно иметь дело, мисс. С вами тоже, мистер Харлам. Мила, Жора, ну абсолютно бесперспективно. Никогда и ни при каких условиях. Вот так вот. О, ну что? Угощайся. Спасибо. Ты думала, я оставлю тебя в одиночестве? А вдруг ты смолодушничаешь и нарушишь условия перемирия? Поговорил, обвесился, поди своими шпионскими гаджетами. Что? Я чист. На, обыщи. Нет, 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 избавь. Понятно. Объятия на сегодня отменяются. Значит, будем просто гулять и делать вид, что нас абсолютно не тянет друг к другу. Слушай, чемпион, почему ты все время ведешь себя как придурок? А ты всегда с людьми так разговариваешь, как будто они тебе урок сорвали, и ты им сейчас двойку влепишь. Нет, если они не дергаются, как петрушки, почем зря. Подожди, я пытался быть милым. Прости меня, пожалуйста. Я пытался тебя хоть немного развеселить. Окей? Всего доброго. Нет, 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 нет. Не вздумай соскочить. Я тебе тоже не очень-то доверяю. Ты хочешь извиниться? Давай. Да сейчас еще. Так, чего? Стоп. Вот ты мне объясни, пожалуйста. Неужели так сложно хоть раз в жизни не быть конченной стервой и просто нормально по-человечески поговорить? Ладно. Ладно. И? Ты не очень-то придурок. Так. И лично мне ничего плохого не сделал. Так. Ты не придурок. Все, забыли? Ты обещаешь больше не обзываться и не быть занудой? А ты не будь клоуном. Договорились. Но на конфеты ты можешь больше не рассчитывать. Как? Вот удивительная вещь. Всего 2 минуты прошло, а мы уже с тобой стали лучше. Мы идеально созданы друг для друга. Ангелина Ивановна? А у вас закрыто, да? Господин Фаворский арендовал зал на весь вечер, чтобы вас никто не побеспокоил. Прошу. Сегодня я буду вас обслуживать. Может, аперитив? Шабли, грено, женуа. Пожалуй. Понял. Здравствуй. Господин Фаворский, какова цель вашего приезда в Россию? Господин Фаворский. Цель нет. Или, может быть, личные причины, господин Фаворский? Возможно, личные причины. И что он тебе обещал за сердце моей мамы? Сказал, что усыновит. А серьезно? Ну, если серьезно, то, во-первых, меня не уволят с работы. Ого. Угу. Во-вторых, при положительном исходе меня сделают большой шишкой, а это опять же деньги. Я смогу наконец-то выплатить кредит за свое обучение, куплю себе квартиру трехкомнатную в Челси и перестану врать женщинам. Ну ты что, часто врешь? Ну, понимаешь, королевы не любят офисных клерков с поддельным роликсом и 2 нулями на банковском счету. Приходится как-то импровизировать. А с деньгами я стану тем самым Алексом из Сокольников, правда, с личным кабинетом и дорогой тачкой. Ты что, хочешь, чтобы тебя любили за деньги? А что, я считаю, что это вполне нормально. Тебе разве не нравятся успешные парни? Не, но я им не нравлюсь. Почему? Одного бесило, что я сережки немножко, которые он подарил. А, почему? У меня аллергия на драгоценный металл, у меня опухают ножки. Нет, сейчас все нормально. Другой меня приревновал к 4-му Б. Эти... 3-й и... это ладно. 4-й рассердился, что я в кино, понимаешь, не заплакала. А это косяк. Ты что, не могла пореветь? Ты же девчонка. Я не виновата, что режиссер не достучался до моего сердца. Так, я понял. Даже если я и выиграю, нам с тобой все равно ничего не светит. Ты не выиграешь, Леша. Ой, это еще почему? Потому что у Фаворского нет одной штуки, которая реально сделает ее счастливой. Не улыбайся, ее нет вообще ни у кого на нашей планете. Ты недооцениваешь возможности современных интернет-магазинов. Астероид хвоста кометы Дюринга, осколок галактики Прометея. Если у Ангелины будет хотя бы маленький кусочек, она сможет доказать ее возраст и закончить свою диссертацию. Так. Без вариантов. Она пролетит на расстоянии 11 миллионов километров. А если нет? А если нет, то осколки сгорят в плотных слоях атмосферы. Мороженого. Вот пообедать решила. Одна? А что такого? А чем тебе другие люди помешали? Там на табличке написано «частный банкет». Ну, работа нервная. Как-то решила побыть в одиночестве. Справедливо. Справедливо. Однако. А что такое? Я свободная женщина. Имею право кутнуть. Справедливо. Молодой человек. Да, господин Фаворский. Пожалуйста, того же, что у дамы. Ну и, наверное, филе миньон. А надпись на табличке тебя не смущает? Нет, нисколько. Ты понимаешь, я целую неделю перетаскивал с места на место свой ускоритель. Потом приводил в порядок брюки. Принял зачет у 10-го Б. Так что я тоже заслужил что-нибудь вкусненькое. Ведешь себя крайне бестактно. А разве тебя это не вдохновляет? Вызывает чисто научный интерес. Ну, знаешь ли, из уст настоящего ученого это звучит вполне обнадеживающе. С годовщиной вас, Ангелина Ивановна. Ну и как они разбежались? Мама занялась своими туманностями, а папа физикой черных дыр. Их просто разнесло по разным галактикам. И ты решила, как примерная дочь, взять, вернуть их на Землю, сохранить островок личного комфорта? Он не смешно. Я не шучу, Алена Львовна. Детство кончилось, и твои родители не обязаны быть счастливыми ради тебя. Слишком много философии от мальчика, у которого не было нормальной семьи. Угадала. Мне было 4 года. У матери случился какой-то роман. Отец узнал про это, выгнал ее из дома. Потом добился единоличной опеки, и мать особо-то против и не была. И с тех пор маленький Алекс стал сторониться привязанности? Правило номер 8. Сочини грустную историю про родителей, и она обязательно поведется. Ой, ничего ты не сочинил. И знаешь, что не все женщины в мире предатели. Ой. О! Да, бабуль. Катастрофа. Сокрушительная фиаско. Вы опоздали? Нет. Я явился как штык, но разъяренные папарацци чуть не порвали меня на органы. Если бы не доблестная Василиса... что мой визит в страну был строго конфиденциальным. Интересно, кто растрезвонил этим макакам о моем приезде? Мадам на месте? Сидит за столиком вместе со своим бывшим, который пьет шабли и ест оплаченное мной мясо. Значит так. Идите к ним и ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах не оставляйте их наедине. Нет ничего ужаснее, чем внезапно активировавшийся муж. Понял. Василиса. Спасибо. Об участии третьих лиц речи не шло, поэтому все по-честному. Знаешь, а ты права. Не все женщины в мире предатели. Среди них есть еще и изрядные стервы. Здравствуй, Жора. Здравствуй, Лёвочка. Слушай, а менеджер мне только что сказал, что я уже давным-давно сижу здесь и уплетаю филе миньон. А это, оказывается, я всего лишь бледная твоя копия. Хочешь? Не прибедняйся, дружище. Ты же все-таки заслуженный педагог, человек, вхожий к префекту, руководитель кружка по физике. Кстати, как общая успеваемость? Растет. В отличие от твоих индексов. Минус 5% на фоне общей положительной динамики рынка. Интересуешься моими успехами? Ну так, нахожусь в контексте. Ну и как впечатление? Неплохо. Знаешь, для человека, завалившего сопромат на 4-м курсе. Зубрила. Двоечник. Вадим! Еще бутылку вина? Ничего не говорит, я ничего не слышу. Бутылку шамбо? Водки. По 150 каждому. 0,5 сразу. Дальше как пойдет. Грибочки? Нет, я не хочу разрушать послевкусие. Жора, не выпендривайся. Так все, Лев Сергеевич, тебе хватит. Гель, перестань. Лева у нас мужик, и может еще выпить. Халявной-то водки. В каком смысле халявный? А в таком смысле, Левочка, что это не твой праздник. Жора, ничем не подкрепленное утверждение. А. Да. Молодой человек, можно смешку? Скажите, пожалуйста, кто сюда пришел первый? Да. Кто пришел первым? Человек, который даст вам щедрые чаевые, или вот этот вот, с позволения сказать, облезлый барин со школьными тетрадками в кейсе? Жора, это очень стыдно сейчас было. Нет, нисколько. Да, это он зря. При всем уважении, сэр, но мужчина с тетрадками вас опередил. опередил. Спасибо, молодой человек. Вы свободны пока. Что и требовалось доказать. Опередил. Когерентность моих колебаний выше. Это при том, что расстояние до объекта у нас одинаковое. Вот теперь выпьем. С удовольствием. Лёшечка, за тебя, мастера разводить демагогию и подбирать за другими то, что плохо лежит. Все, хватит уже обоим. Хватит, все. А можно нам кофе всем? Подожди, ты сейчас... Ты что имел в виду? То, что ты, Геля, плохо лежала, а я тебя подобрал. Да, это он тем более зря. Геленька, мы просто немного запутались в терминах. А, ну ничего, зато правильно друг друга поняли, да. Геля? Георгий Михайлович, я тогда вот в 89-м, это я вас бросила. Да. И знаете, самое интересное, что ни разу об этом не пожалела. Потому что любила она только меня, Жора. Всегда. Так что пойдем, Гелечка. А ты сиди уже, специалист по волновым колебаниям. Я тебя, знаешь, тоже. Я тебе не объект. Лев Сергеевич. Ты почему трубку не берешь? Действительно. Лёва, почему? Об участии третьих лиц речи не было, поэтому все в порядке. Ты сказал, что ты на педсовете, а сам… А сам сидит тут и выпивает, подлец. А знаешь, что он будет делать дальше? Я вам сейчас расскажу. Он будет есть по симпозиуму, да? Забывать ваши дни рождения. Ему нельзя вообще-то. С виду приличные люди. Мы в оперу собирались. Знаешь, почему у тебя гастрит? Не из-за вот этих вот излишеств, что ты врешь постоянно, Лев Сергеевич. И тебе реально плевать на тех, кому ты действительно дорог. Боже, как точно! Я даю тебе 5 минут, если ты все еще хочешь на трубадура. На трубадура? На трубадура. На такси за углом. До свидания. Ну, Левка! Лев Сергеевич, ничего не хочешь нам рассказать? Вам? Ну, разумеется, нам, близким тебе людям, которым не безинтересно было бы узнать, с каких это пор, Левочка, ты пристрастился... К опере. Да. Геля, я ведь не спрашиваю тебя, что это за тип? Пригласил тебя сегодня вечером в ресторан, сейчас сидит рядом с тобой, как будто имеет на это право. Фу, Лёва! Я с некоторых пор свободный мужчина. Он даже не отрицает. Это сейчас бесполезно. И имею право иногда сходить на трубадура. Прав. Да. Хорошего вечера. Георгий Михайлович, не хотите прошвырнуться по вечерней Москве? Ангелина Ивановна. Прекрасно. Идемте. Идемте. Прошвырнемся по вечернему. Внучку, это всегда лежало. Вот так. Не надо, я сама. Спасибо. И не забудьте заплатить за банкет, господин Фаворский. Окей, я перегнул палку. Подставная красотка – это запрещенный прием, удар ниже пояса. Но мне кажется, что подобные встряски иногда на пользу заскучавшим семейным парам. Да, да, спасибо, что заботишься о моих предках. А рейтинг Льва Сергеевича 100% подскочил пунктов на 10 в глазах Ангелины. Слушай, ты, сын архитектора, если тебя в детстве бросили, это не значит, что у других не должно быть нормальной семьи. Я вовсе не так глубоко трагичен, как ты думаешь. Мотивы, которые мною руководят, гораздо примитивнее, чем… Мама и папа могли помириться, но тут явился ты, мальчик, который, простите, мне нужны деньги. Подожди. Все, я тебя поздравляю, ты победил, чемпион, можешь ехать домой. Нагулялся? Да нет, я усыплял бдительность кобры, пытался оттянуть внимание на себя. Личную жизнь устраивал, так и скажи, вместо того, чтобы быть на месте и мониторить ситуацию. Но я же видел, что у вас все под контролем, зачем мешаться? Черту с два. Со снеговиком легче вальсировать, чем гулять по городу с этой женщиной. Так, а правило номер 12? Не сработало. Она обдала меня холодом, а потом отшила, как неумного, неопытного малолетку. И все из-за этого, с редеющей шевелюрой, профессорскими словечками пустозвона, любимчика женского общежития. А может, она все-таки любит его, нет? Не допускаете, босс? Эта женщина любила меня. А мой дружок Левка Забелин, отличник, умнейший парень на курсе, просто вовремя подсуетился. Да вы же сами тогда уехали. Запомни, красавчик, я Георгий Фаворский, и у меня никто никогда ничего не забирал. Значит, мадам Забелина тот самый трофей, который вам так и не достался? А ты что, мне мораль читать вздумал? Мистер, вчера я рыбачил на Маврикии. Ты что, забыл, зачем твоя задница притащилась в этот замечательный город? Нет, не забыл. Идите спать, Большой Гарри. Завтра я попытаюсь исправить бедственность вашего положения. Абонент не отвечает. Абонент не отвечает. Оставьте сообщение после сигнала. Алло, пап. Выезжаем через 3 минуты. Куда? Так, я не понял, вы влюблены или нет? Который час? Какая разница? Вы разве не хотели дождаться первых рассветных лучей, примчаться к ней, постучаться в дверь? Протянуть ароматный кофе со свежими булочками. Поймите, босс, женщину нельзя оставлять одну. Черт знает, какие смысловые конструкции она воздвигнет в своем сознании. Благодарю. Постарайтесь не давать ей много думать. Не давайте опомниться и заполняйте собой все пространство вокруг нее. И главное, постарайтесь понять, что же вы сделали не так. А, по-моему, это очевидно. Нет, 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 босс. Женщины чужды банальной логики. И все эти игры в молчанку на самом деле лишь подлый способ нам манипулировать, заставить делать то, что выше наших возможностей. Но обида – это сигнал. Теперь нам остается только разгадать, какой же подвиг уготовила нам ее изощренная воображение. Так, нужно разгадать загадку, и мадам сама пойдет в ваше объятие. Не пуха. К черту. Алло, пап, как меня слышно? Прием, алло. И ты. Но тебя, я слышал, вчера послали? Я слышал, тебя вчера послали. А ты думал, я спрячусь в своей норе и буду зализывать свои раны? Я вообще о тебе не думал. Врешь, Лёва! Тебя, кстати, здесь тоже не ждали. Да, я, между прочим, здесь прописан, и поэтому имею полное право... Врываться чуть свет, шлепать тут по всей квартире. Здравствуй, Геля. А я кофе тебе принес. Утренний визит с булочками. Как это примитивно. А ты, я вижу, тоже не с пустыми руками. Свежие утреннее брюзжание. И бодрящее старческое нытье. Дюринга, эспрессо с двойным сахаром, послаще, как ты любишь. 100 лет не пью кофе. Ха-ха! Ошибся в расчетах разработчик космических модулей. Что, ошибся в расчетах разработчик космических модулей? А ты тоже давай-ка ищи свой рифмометр и на выход. Да? Да. Да, все правильно, я тоже здесь... Ненадолго, я только... Заберу свой низковольтный распределитель и магнитное фотореле с датчиком и сразу же уйду. Ой! Боже, какая неуклюжая провокация! Приди за своими вещами, ее сердце дрогнет, и она попросит тебя остаться. Фу, как примитивно, Лева. Беру пример с тебя. Опускаюсь до твоего уровня. Мои методы, по крайней мере, имеют смысл. Это интересно, какие? Приперся с утра пораньше, ведешь себя как навязчивый подросток? Если ты этого до сих пор не поняла... Какая же ты дура! Ангелину достали уже, она бы открыла дверь, приснула бы за шиворот ему это кофе, и сказка про английского принца благополучно бы завершилась. А-ха! То есть ты хочешь сказать, ты что, давал мне фору? И ты все испортила. Теперь твоей маман приходится снова выбирать, кого же прогнать первым, Жору Фаворского или Леву Забелина, которого ты, кстати, притащила. Так что, Георгий Михайлович, сейчас освобожу полки, и можете спокойно переезжать. Ой, спасибо, Лев Сергеевич. Вы знаете, я как-то проблем уже в площади не испытываю. Да? Значит, думаешь, она с тобой поедет, да? Даже не мечтай. У Ангелины Ивановны кружок, зачеты в 10-11. Родители, дети, сам понимаешь. Ну, так что вот тебе 70 квадратных метров. Кухня 15 метров. Да. О, благодарю. Только можно позавидовать. Ну, не так, как тебе, Левочка. В твои-то 50 с гаком. Отхватить такую знойную диву. Да. Сум квикля, как говорили древние, каждому... свое. Все вы врете, Алексей. А может, я отличный парень? Нет, не допускаешь. Отличный парень засунул бы босса в машину, отвез в аэропорт и летел бы сейчас уже где-нибудь над Варшавой. А может, я не хочу улетать? Может, мне нравится стоять здесь над городом и слушать, как ты орешь на меня? Чего? Не знаю. С тех пор, как ты прицепилась ко мне, я веду себя очень странно. Нет, нет, очень даже нормально. И боссу угодить, и хорошим типа остаться. Не волнуйтесь, Алексей, расслабьтесь. Никто не ждет от вас поступков. Сказала девочка, которая боится взрослеть и до сих пор живет с мамой. Иди ты знаешь куда! Знаю! Заберусь обратно в шкуру старины Алекса и буду мелко пакостничать. Счастливо оставаться! А знаете ли... никуда я отсюда не поеду. Мне нравится эта квартира. Центр города. Солнечная сторона. А знаете что? Я ведь тоже к этому месту давным-давно прикипел. 70 квадратных метров. Хорошо. Кухня 15. Потрясающе. Кстати, вот этот сервант я сюда на своем горбу тащил. Припоминаете, Константин Эдуардович? Так, ну все. Я думаю, пора прояснить ситуацию. Что хотят оппоненты, мы уже выяснили. Что нужно мне? Это никого не интересует. Так вот, интрижка с навязчивым самодуром, который через 25 лет вспомнил, что ему нужна любовь, меня совершенно не интересует. Ха-ха! Равно, как и назойливые ухаживания недотёпы, который вспомнил о том, что у него есть жена, только тогда, когда за ней на лимузине приехали. И чего бы мне действительно хотелось, это остаться одной, наконец-то, принять ванну и закончить диссертацию, которая, если джентльмены не в курсе, занимает меня гораздо больше, чем их навязчивое присутствие. Поэтому я прошу с пониманием отнестись к моим желаниям, освободить помещение, и у меня все. Астероид хвоста кометы Дюринга, огненный посланец галактики Прометея, вопреки расчетам астрофизиков, в ночь на 27 мая вошел в плотные слои атмосферы Земли, где и произошел взрыв. Небесное тело разлетелось на осколки, часть из которых уцелела, и останки космического скитальца достигли поверхности нашей планеты. По свидетельству полинезийских моряков, огненные осколки упали Гарри у берегов Туамоту и в районе поселения Фангатал. Взрыв небесного тела был такой силы, что траектория останков занесла их в наши широты. Довольно большая воронка была обнаружена в районе Томска, а также вот здесь, в Верхних Савинках Тульской области. К месту падения были стянуты команды добровольцев, но останки, видимо, уже находятся в руках у кого-то из местного населения. Что упало, то пропало. В Москве у себя ищите. За третьим транспортом. Папа, ты слышал, это что-то запредельное? Да нет, обычное дело. Разогрев до 650, потом появление жил плавления, взрыв. Так, и какие ты делаешь выводы? Что будь он побольше, раза в полтора, кранты бы Полинезии и Гавайи. О, нет! Нет, я не об этом. Почему ты опять бездействуешь? Я не бездействую. Я проверил контрольный, я привел в порядок брюки. Ты что? Не видишь закономерности? Мама сказала о диссертации тут же. Осколок ее галактики падает в 200 километрах от нашего дома. Какие еще вселенные должна дать тебе знаки? Что ты орешь? Уроки идут. Я не знаю, как там вселенная, но твоя мама дала мне ясно понять, что видеть она меня больше не хочет. И поэтому подтую сейчас какие-то другие физики, а не ты. А куда я, по-твоему, сейчас направляюсь, как последний идиот, с портативным спектрометром и саперной лопаткой в портфеле, а? Куда? И вовсе не для того, чтобы с ней помириться, ясно? Я просто хочу, чтобы это ненормальное стало наконец-то спокойно спать по ночам и перестало таращиться на мертвые звезды в свой дурацкий телескоп. Поняла! Будешь орать на дочь, пап, я никуда тебя не повезу. Я на тебя пока еще не орал. Я просто чуть-чуть завелся. Вот и все. Здрасте. Здравствуйте. Значит, мне, пожалуйста, что-нибудь вроде оливье. И самое главное, мы знаем, что у вас есть осколок метеорита. Оливье нет. Жигулин, Игорь Иванович, нам нужен кусок небесного тела. Что, ничего не нарыли? Ну так, знаете, всякие осколки кварца и галогенидов, но... Все они, очевидно, земного происхождения. Ну, тогда по пирожку. А, спасибо. Жигулин, мне свинину по-деревенски. Ага. И это ценнейший внеземной образец. И сокрытие его от общественности, Жигулин, карается. Тихо, тихо, дамочка. Я хоть больше по части ребрышек, но в обоих кодексах подкован изрядно. И там насчет камней с Марса ничего такого не сказано. Так что давайте, проходите, не задерживаемся. Мне вот эту вот котлетку, пожалуйста. Хорошо. Да. Но самое главное, вы нас должны понять. Мы научные работники, и этот образец нам необходим для серьезных научных исследований. Мне еще макарошек. А я главный на пищеблоке. И тоже провожу опыты. Да, интересно, какие? Суп с метеоритом или вот пудинг с космической крошкой? Вам что? Мне капусту. Не. Просто подсчитываю, сколько еще яйцеголовых припрется сюда из-за какого-то дурацкого булыжника. Может, еще картошечки? Так, стоп. А уже кто-то обращался, да? И с очень достойными предложениями. А, я, кажется, понял. Значит, если речь идет о деньгах, то... Минуточку. Это... Пожалуйста. О, слушайте. Значит, ну, я думаю, что... Слабенько, уважаемый, слабенько. Тут один товарищ на длинной машине оказался куда щедрее. Кто? Ну, нарядный такой. Но понтов много. Не люблю я этого. Короче, друзья ученые, вторник, местный ДК. Будет аукцион. Там и поторгуетесь. В смысле? Ну, антиквар один надоумил. И мне выручки больше, и вам не обидно будет. Чего замерзли? По компотику и на кассу. В смысле? По компотику и на кассу. Итак, следующий лот. Осколочный фрагмент танзанита. Образец серо-зеленого и розового цвета, обусловленный примесью ионов хлора и ванадия. Твердость от 6,5 до 7 по шкале Мооса. Плотность 3,4. Структура совершенной спаянности. Так, значит так, пап, сильно не поднимай, да. Не выпендривайся. Да. И вообще, пап, сколько у тебя денег? Денег у меня достаточно. Кстати, еще не факт, что Фаворский здесь вообще будет. Да, это какой-то другой мужик на длинной машине. Этот филин даже не знает темы ее диссертации. А кроме того, он никогда не будет покупать то, что не принесет ему прибыль. И вы абсолютно правы, сэр. Вот. Но, к сожалению, не в данной ситуации. Простите, молодой человек, вы кто? Это ручная обезьянка Фаворского. Ты вообще не обращай внимания. Хорошо, я пропущу мимо ушей этот изысканный эпитет. Но, Лев Сергеевич, я пытаюсь вас предупредить. Считаю своим долгом, не ходите туда. Почему? Зачем вам лишняя нервотрепка? Вы же знаете, сколько фунтов чертовых стерлингов на его адской карте. О, молодой человек, простите. Простите. Может быть, он передумает. Может быть, я ничего не обещаю. Но он может поднять до такого уровня, что вы потом, пардон, останетесь без штанов. Это не смешно, Лев Сергеевич. Вы знаете компанию Global Agency? Нет. А ее крахи? Нет. А это, на секундочку, не последние ребята на мировом сырьевом рынке. И что? Он их сожрал. Ну и что? Молодой человек, я вот что вам скажу. Пусть моего портрета никогда не было на обложке журнала Forbes. Это не значит, что Лев Сергеевич Забелин не может купить метеорит. Я желаю вам здравствовать. Ты довольна теперь? Да, вполне, вполне. И, кстати, я неплохо разбираюсь в людях. Да это не я ему сказал, как ты не понимаешь-то этого. Фаворский еще в Лондоне раскопал всю информацию относительно темы ее диссертации. Леша! Тебе гораздо больше шло, когда ты был негодяем. Да я им и остался. И прекрасно, веди себя соответственно, что ты болтаешься, как фиалка в проруби. Не надо меня воспитывать. Воспитывать свой 4-й Б! 95 тысяч раз. 95 тысяч два. 95 тысяч три. Продано. И осколочный фрагмент танзанита отправляется с частной коллекции в Сан-Франциско. Наши поздравления, мадемуазель. Следующий лот – фрагмент Тульского метеорита. Хондрит типа С4 с включениями ортопроксена, плагиоклаза и триолита. Плагиоглаза. 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 По предварительным данным, возраст материнского тела превышает 5 миллиардов лет. Но это преувеличение. Это... Ну, 5 миллиардов, неважно. Начальная стоимость лота 57 тысяч рублей. 60. 60 тысяч раз. 60 тысяч два. 63. 63 тысячи раз. 63 тысячи два. 65. 65 раз. 70. 70 тысяч раз, 70 тысяч... 72. 72 тысячи раз, 72 тысячи два... 75. 75 тысяч раз, 75 тысяч два... 80. 80 тысяч раз... 84. 84 тысячи раз... 85. 85 тысяч раз... 85 тысяч два... 90. 90 тысяч раз. 90 тысяч два. 150. 150 тысяч раз. 150. 160. 160 тысяч раз. 160 тысяч два. 200. 200 тысяч. 215. 215 тысяч раз. 215 тысяч два. 250. 250 тысяч раз. 250 тысяч два. 300. 300 тысяч раз. 350. 350 тысяч раз. 350 тысяч два. 1 300 000. 1 300 000 раз. 1 000 000. 1 350 000. 1 350 000 раз. 1,5 миллиона. 1,5 миллиона раз. 1,5 миллиона два. 1,5 миллиона. 1 700 000. 1 700 000 раз. 1 800 000. 1 800 000. 1 800 000 раз. 2 миллиона. 2 миллиона раз. 2 миллиона два. Ты рехнулся, что ли? 2 миллиона. Это с индексацией или без? 2 миллиона. 3. Продано. И осколок метеорита Дюринга достается профессору Забелину. Наши поздравления, Лев Сергеевич. А кто должен знать? Пушкин? На бирже труда у меня шутить будешь. Крыть. Босс, главное без паники. Да ладно, я спокоен. А вот он теперь понервничает. Ну что, квартиру продавай. Ротшильд хренов. Ну, здесь, кажется, все. Ну, вот тогда здесь, кажется, есть еще 1015. Потом... О, тут у меня есть... Вот. Еще 1030 с лишним. Так что... Итого 891 561 рубль. Может, у вас еще какие-нибудь карты имеются? Кредитные, дебетовые? Золотая подойдет? Вполне. Лев Сергеевич, возьмите, в машине оставили. Но это не моя. Это... А, это ваша, вы просто забыли. Вы просто забыли. Ученые растяпы. Я никогда не был клиентом Национального банка Британии. И из-за этой мелочи кое-кто может не защитить свою докторскую. Значит, мне подачки не нужны. Передайте это, пожалуйста, этому вашему с неограниченным кредитным лимитом. То есть вы хотите, чтобы небесное тело улетело с частной коллекцией Сан-Франциско? Предпоследнюю ставку сделала леди. Так что в случае неуплаты по правилам аукциона плод достанется ей. О, Георгий Михайлович, Благодарствую. Я номер записал. Я как только у приятелей перезайму, сразу же все верну с процентом. Оставьте себе, Лев Сергеевич. Это вам за доставку. Простите, но это не ваше. Потому что третий удар молоточка пришелся как раз на мою ставку. Которая превышает ваш годовой доход. Лев Сергеевич, давайте по-честному. Кто оплатил большую часть лота? Жор, эта штука напополам не делится. Хандрит 5 миллиардов лет. Шутка ли? Лёва, ты не понял меня? Половина мне не нужна. А не пошел бы ты в Фангатал, а? Там остальные обломки валяются. А я самодур. Мне нужен именно этот. Ты почему не передал ему это письмо? Что? А, этот трусливый, мерзкий пасквиль на выдранном листочке из сопромата, да? Если бы она прочла, она, по крайней мере, поняла бы, что ты никуда не сбежал. А, ты сбежал. Ты сбежал, Жора. Бежал подло, бежал трусливо, что боялся, что не отпустит. Да? Она бы простила меня, ты сподличил. И не передал ей мое письмо. Я просто не хотел, чтобы она напрасно ждала. Я ведь знал, что ты не вернешься. Ах! Ничего ты не знал, Левка. Ты всегда хотел того, что было моим. Ну, хоть раз в жизни поступи, как настоящий мужик. Признай, что взял не свое. Черт. Видели бы меня мои акционеры. Жора! Оставь себе. Хватит на безбедную старость. А как же так получается, Георгий Михайлович? Вот жила семья, никого не трогала, смешная, нелепая, ну какая есть. Тут появляетесь вы. Весь такой неземной, не отсюда, начинаете деньгами сорить, подо все подводите свою философию. И все, нет семьи. Нет, понимаете, как будто не было. Они наверняка за грибами ходили или там подарки друг другу клали под елку. Нехорошо же. Ой, я сейчас разрыдаюсь. А вы поплачьте, Большой Гарри. Поплачьте, сбросьте камень с души и верните его за белину. Красавчик, я не понял. Ты что, подраться хочешь? Не хотелось бы, но и вы отсюда с метеоритом никуда не поедете. Вторая драка за день для меня это слишком много. Извини. Жаль. Ты был неплохим консультантом. Фаворский! Давно хотел сказать вам. Вас всю жизнь будут любить только за ваши деньги. Запомни это. К Забелиной. Так. О. Что-то я не пойму. Чё? Ты что, правда собирался ему врезать? О, я тебя умоляю. Не я один, благодарю. Любой уважающий себя менеджер мечтает начистить морду Большому Гарри. Кстати, у тебя есть салфетки? Благодарствую. Это ты такой спокойный или, может, у тебя посттравматический синдром? Нет, я просто не вижу поводов для того, чтобы кипишовать. Правда? Да. Вообще-то, если я все правильно понимаю, тебя только что уволили с работы. Вообще-то, меня волнуют сейчас только две вещи. Во-первых, я испортил очень дорогой пиджак. Ничего не испортил. Во-вторых, меня избила девчонка. Да. Но этого никто не видел, а я так уж и быть, может быть, никому не скажу. Правило номер 10. Женщинам не нужны победители. Они выберут того, кому только что начистили морду. Руки бери. Только не нужно врать, что ты еще не придумала имена нашим четверым детям. О, полюбуйтесь на него. Типичный образец женского обожания. Печально поверженный побежденный. Мы чего здесь сидим? Почему не боремся за свое счастье? Ни денег, ни любви, ни метеоритом. Это все мелочи жизни, понимаете? Холодный камень, вещь. Женщине, поверьте мне, нужно совершенно другое. Нет, моей маме нужно именно это. Как ты мог отдать ему камень? И почему ты не передал ей тогда записку? Он был молод и глуп. Ты вообще сейчас на чьей стороне? Я за справедливость. Раньше только Фаворский у нас был негодяем, а теперь у папы рыльце-то в пушку. Ну, прости меня, дочь, за то, что я так сильно любил твою маму, за то, что я хотел прожить с ней всю жизнь. Да, что-то мне не верится, пап. И теперь поэтому именно Фаворский мчит к ней с огромным куском ортопроксена. А в свете нынешних событий, простите меня великодушно, а это не оно? Откуда это? Ну, видимо, откололась во время вашей кровавой бойни. Лев Сергеевич, мы чего сидим? Да, папа, третий шанс Вселенной уже не пошлет. Сергеич! А где твой это баклажан? На штрафстоянке, я думаю. Это проехала она. Стой, 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 стой! Мама. Ой, хорошо. Лепники, залезайте, залезайте. Командир, погнали, потом разберемся. Не беспокойтесь. Ей понравится. Итак, Лев Сергеевич, да. Давайте сосредоточимся. У нас мало времени, поэтому слушайте меня внимательно. Что мы имеем? Осколок космического мусора против точно такого же, правда, в несколько раз больше. Это кошмар. Нет, это не кошмар. Отставить. Главное, не размер этой штуки, а то, что она олицетворяет. Так? Что это для Фаворского? Ну, это понты. Это лишний способ выпендриться. Да, можно так сказать. Можно. А что это для вас? Минерал. Нет, папа, это не минерал. Нет, это не минерал. Это... Посланник небес – это символ вашей безусловной любви, на который вы потратили целое состояние, чтобы бросить кусочек космоса к ногам той единственной. О, молодой человек, как вы красиво говорите. Я должен это записать. Нет, пап, не вздумай это записывать, что мама никогда не купится на такую чушь. Не слушайте ее, Лев Сергеевич, в этой маршрутке я реально единственный, кто разбирается в женской психологии. Сори. Да. И как же тогда мне удалось так быстро тебя перевербовать? О, это слишком самоуверенное утверждение. Да? Да. А чё ж ты сейчас не в корыте Фаворского, а трясёшься с нами в этом ржавом корыте? Извините. Это значит, тот страстный поцелуй на спортивной площадке был манипуляцией? Поцелуй? Да. Конечно, манипуляции, иначе стал бы ты торчать под моими окнами и таскаться за мной по городу, как кос. Угу. А кто в глаза заглядывал? А? А кто глупо хихикал, а кто волосы на палец накручивал? Это у нее с детства. Простите, Алена Львовна, вы не очень хорошая актриса. А кто мне смс-ки слал по ночам пачками, такие слезливые, такие длинные смс-ки? Значит, мы эти смс-ки читали, умилялись и плакали? Нет, мы не читали. А откуда ты тогда узнала, что я ровно в 8:00 был на вашей крыше и пришла туда такая причесанная? О, ребята, я смотрю, вы давно знакомы, да? 6 дней. И 5,5 часов. Сказала девушка, напрочь лишенная сантиментов. Не обращайте на нее внимания, Лев Сергеевич. У нее сейчас резкий выброс допамина, обусловленный начальной стадией влюбленности. Она сейчас вообще ничего не понимает. Давайте продолжим. Нет, сначала я все-таки запишу про допамин. Улица строителей, как заказывали. Спасибо. Вопрос на пятерочку. Что может затмить олигарха с огромным метеоритом под мышкой? Нет, это маленький. Да, думаем. Абсолютно верно. Алена Львовна. Суперэффектное появление. Поэтому попробуй его как-нибудь остановить. А я сейчас. Дайте мне тоже какое-нибудь задание-то. Ну. Шеф, хотел поинтересоваться, как вы относитесь к денежным единицам Великобритании? Прошу, Лев Сергеевич. Давайте, собирайтесь. И помните, что красноречие – это ваш конек. Самый жирный козырь, поэтому будьте в образе. Не стесняйтесь в эпитетах. Черт. 500 рублей. Что? За проезд. Вы Супермен с камнем на 20-метровой спасательной вышке, которому больше нечего терять. Понятно? Но на высоте меня иногда тошнит. О, да, кстати, это правда. 500 рублей, или машина дальше не поедет. А рублей у меня нет. Ну тогда до свидания. Подожди. Страх – лучший мотиватор. Соберитесь и станьте тем самым дерзким выскочкой, который увел девушку у Фаворского. 20 фунтов устроит? А курс какой? Я не знаю, 1 к 110, кажется. Ну тогда 50. 50? А если все-таки стошнит? Господи ты, боже мой. Держите, вставьте в ухо. А себе не жирно будет? А вам-то мне душно? Мне вообще-то уроки делать пора. Ладно, подожди. Держи. Отлично. Ставили? Сейчас. Как слышно меня? Ну, так. Все, поехали. Мира! Камень. Пап! Все, отойди. Ничего не бойтесь. Стой! Геля! Геля, я знаю, что ты меня слышишь. Можешь не подходить к балкону. Главное, просто... Послушай меня до конца, хорошо? Да слушай меня до конца. Геля, я принес тебе одну штуку. Она может оказаться тебе очень и очень полезной. Это триолит, ортопроксен. В общем, вещь хорошая. Но не о ней сейчас. А в том, что я сегодня увидел синий троллейбус. Такой же синий, как твоя футболка. Номер у него был 45. Такой же, как твоя школа. Ну, ты понимаешь, да? Вот, все дело в том, что я... смотрел на троллейбус, а вспоминал тебя. Это оно, да? Твое хваленое красноречие. Продолжай. А потом я увидел замоскворецкую линию метро. И подумал, она такая же зеленая и длинная, как шнурок, на котором ты носишь свисток. Мама не носит футболки. Да и шнурка со свистком у нее тоже нет. Лев Сергеевич там уже давно как-то сам справляется. Ты знаешь, я вспоминаю 95-й год или 96-й. 3 велосипеда на даче. Аленкин, красный, 2 наших одинаковых. Велосипедный багажник, примотанный изолентой, баскетбольное кольцо без сетки, радиоприемник на крыльце. Тем летом мы еще собаку хотели купить. Точнее... Анна Даниловна, вы? Нет. Умерла я. Но с лестницы спустить могу. А Геля? Ангелина Ивановна? Заходи. Кому говорят, проходи. А теперь отвечай. Какого черта ты сюда приперся? Через 25 лет. Я образец ей привез. Осколок кометы Дюринга. А в организм тебе его не засунуть? Знаете что, Анна Даниловна, я ведь и позже могу зайти. Она сейчас где, на работе? В Полинезии. Где? В Полинезии. Какой-то малохольный из интернета вот такую вот штуку в океане выловил. Она туда полетела. Как полетела? Как дура, без пересадки. Денег ей девать некуда. А я вот тут сиди, за живностью ее следи. Кс-кс-кс-кс. Ничего не жрет, кроме отварной курятины. А это был не чемпионат мира, а чемпионат Европы. Правильно. Я помню еще, залез на табуретку, держал антенну, чтобы видно было лучше. А вы с Аленкой все смеялись и говорили, что папа сейчас работает в Останкинской телебашне. Вот. Помню, как мяч залетел на соседский участок. Потом мы с соседями ели уху, а Аленке сказали, что это не наша рыба, а наша рыба сейчас плавает в мировом океане. А потом мы еще Аленке пообещали, что купим новый велосипед спортивный, как она хотела. И разрешим сварить ее новые блюда. Тоже дурак непутевый. Спохватился на старости лет. Отец он, правда, хороший. Носился с мелкой, как с писаной торбой. Тренировки, соревнования, пока Гелька свою кандидатскую защищала. Ветрянкой вместе болели. Сопли ей вытирал, когда ее выперли из сборной из-за травмы. Который поверил, что у него сейчас нос вырастет. Не ждала она тебя, Жора. Приезжай домой. Потом ты клялась Аленке на учебнике биологии, что больше никогда не будешь ей врать. Хорошая речь дала. Я почти прослезился. Опять ты, а? Вот почему? Да он хотя бы по лестнице, как человек. Не то, что некоторые. Анна Даниловна, позовите вашу дочь. Увы, Лев Сергеевич, она уже давно в другом часовом поясе. Что? Да, мой дорогой, в Полинезии. Не все тебе с практикантками по конференциям шататься. Анна Даниловна... Любить надо было вовремя. А не сказки теперь в окошко рассказывать. Верно, Анна Даниловна. А с тобой, дезертир, разговор особый. Явился, да? При всей школе. У всех на глазах. К чужой жене клеится. А ну, проси у Лёвы прощения. Я? Да, ты. Быстрее, мне некогда, мне кошку кормить надо. Хорошо. Прости меня, Лёва, я действительно в чем-то перегнул. А теперь ты у него. Ты куда? Главное, без паники, Лев Сергеевич. Она там проветрится, переосмыслит свои приоритеты. Да, и не факт, что она найдет астероид, кстати. А я наш, вот, смотрите, собрал. Вот он. Вот тут, если что, можно склеить. Вот это явно не то. Ну почему не то? Потому что кирпич. Потому что кирпич. Нет, не подходит, он красный, как минимум. Поставлю с собой. Угу. Ну, смотри, это что? Георгий Михайлович. Ну, я тоже был где-то неправ. Извиниться хочешь? Отнюдь. Я только уточнить. Вот я тогда должен был передать твою записку, Жора, но не передал. Просто мне всегда очень нравилась твоя девушка. В общем, я жалкий, трусливый сукин сын. А я у тебя жену хотел украсть. И еще вот это. А это зачем? Потому что я сволочь мстительная. Держи. Вообще, это моя. Иван Романович покойному дарила. Ой, ради бога, извините. Да? Повезло ей с мужиками. Один вор, другой нюня. Да, если кому интересно, ее самолет через час из Домодедова вылетает. Подожди, стоп. Так она еще здесь? Я же сказала, в Домодедово. Ба, а ты раньше сообщить не могла? Меня, Чипа, кто-то спрашивал? Что стоишь? Беги, может, еще успеешь. Стой! Возьми эту штуковину. Передашь ей. Не урони только. Не успеет. Георгий Михайлович, сэр, помогите бывшему однокурснику добраться до аэропорта. Я с тобой не разговариваю. Да я и не за себя прошу. Вы со своими дип-номерами и личным шумахером будете там через 30 минут. Ну же, Большой Гарри. Зажигалку вернули, метеорит тоже. Идите уж до конца, пусть этот город запомнит вас героем. Угу. Делать мне больше нечего. А, черт. Эй, Левка, поехали. Ты тоже, кстати, садись. Если мы опоздаем, будешь нам в Домодедово сам ему сопли вытирать. Окей, босс. Подожди. Я с папой. Спасибо, дочь. Простите, а можно я вперед пересяду, а то сзади меня обычно тошнит? Через МКАД надо было. Георгий Михайлович. Лёва, помолчи, пожалуйста. 200. Ну, а если, например, там рейс как-нибудь задержали? Ну... 18:15 точно по расписанию. Летная погода, черт бы я побрал. Все, посадка закончена. Трубку не берет. Послушай, доченька, пожалуйста, сфотографируй метеорит. И пошли ей, чтобы она знала, что лететь больше никуда не надо. Ага. И испортить сюрприз, ради которого все это затевалось? Нет, давайте еще какие-то варианты придумаем. Думаем. Проходим в вип-зону и через администрацию передаем диспетчерам, что надо задержать рейс. Точно! В самолете бомба! Ага. И проведем еще одну чудесную ночь в КПЗ. Спасибо. Да. Нет. Вот хорошо. Что ты предлагаешь? Так, пока шасси ее самолета не оторвались от земли, с ней все еще можно поговорить. Василиса, а скажите, пожалуйста, а у вашей тачки же есть волшебные документы, которые открывают любую дверь? А? Георгий Михайлович. Действуй, Василиса. Пропуск? Фаворский, персона ВИП. Мы очень торопимся. Через зеленый коридор, пожалуйста. Здесь только для служебного транспорта. Приоритет допуска ультра. Мы на самолет опаздываем. Посадочный талон, паспорт. Так, вы в своем уме? Идите, смотрите в списках. Вам от Дмитрия Юрьевича должны были звонить. Давайте. Газуй. Олег Сергеевич. Куда, смотри. Дорогая, это метеорит. Тебе не надо никуда улетать. Я люблю тебя. Останься, пожалуйста. Формально, конечно, это Фаворский купил метеорит. Но лев сражался как тигр. Да. Поэтому метеорит по праву принадлежит ему. Да. Не улетай. А, да, извините. Пожалуйста, можете посмотреть, прочитать? Это очень важно, правда. Ну же, командир, будь человеком. Вопрос жизни и смерти. Прости, но я должна улететь. Мне надо побыть одной, понять, кто я есть, что я чувствую на самом деле. Передай папе и Григорию Михайловичу, что больше ни на кого не сержусь. И прошу прощения у обоих. Всех обнимаю. Ваша А. Итак, вы утверждаете, что не намеренно были причинять ущерб пассажирскому автобусу, а также самолету, которому он курсировал? Господи, конечно же нет. Я... Тогда зачем вы его преследовали, размахивая вот этим вот большим остроугольным камнем в воздухе? Это не камень, это метеорит, это подарок. В общем, неважно. От меня жена ушла, я таким образом хотел ее вернуть. Вот и все. Понятно. А вы? Я сочувствующий, друг семьи. Хотел оказать содействие. Это Фаворский, гражданин Великобритании, крупнейший европейский предприниматель. К произошедшему не имеет никакого отношения. Девушка, мы с вами попозже пообщаемся. Значит, Фаворский, Георгий Михайлович. Совершенно верно. А в каком году вы эмигрировали? В 89-м. 1989-м. В мае месяце. Понятно. А вы? Я Елена Забелина. Его дочь и той, которую эти двое преследовали. Елена Львовна, 89-го года рождения, 26 декабря. Да. Что? По закону жанра сейчас окажется, что ты дочь Фаворского. Не смешно. Мне его больно, пап. Не надо на меня так смотреть, потому что от этого все равно уже ничего не изменится. Мы много раз хотели тебе во всем признаться, но то Новый год, то собака заболела, в общем. Занавес. Гелия нарочно ему ничего не сказала, потому что знала, что он вернется. Она не хотела, чтобы он остался только потому, что... Ну, понятно. Поэтому она к телефону не подходила. Она боялась, что он потом себе... не простит, что упустил эту возможность. А он так и остался один. Не смог никого полюбить. Может, он не смог никого полюбить, потому что просто он вредный, заносчивый сукин сын. Понятно? Он у нас на курсе самый умный был. Мы ночами не спим, готовимся к экзамену какому-нибудь там, к сопромату, я не знаю. Голова пухнет, ничего не запоминаешь. А он вроде ничего не делает. Ржет себе. А приходит на экзамен и сходу, подлец, сдает на 5. Бесило, да. А потом еще отцом стал. Вместо меня. Мастером спорта я сделал. Я бы не смог, наверное. Спрашивай. Теперь можно? Угу. Так, и о чем вы с ним говорили? Мне кажется, я с перепугу рассказала ему всю свою жизнь. Интересно было послушать. Да, мне тоже. А еще ему сказала, что мой папа – это мой папа. А от этого папы не нужно совсем ничего вообще. И генетику еще никто не отменял. Разве ты не почувствовала мощный зов крови? Нет. Я не чувствую. Для меня как-то вообще ничего не изменилось. А у меня, кажется, изменилось. Ну что ты смотришь на меня? Не в моих правилах мутить с дочерью босса, пусть даже бывшего. Что, были планы мутить? Угу. Пришлось бы, конечно, поступаться принципами, а это абсолютно не по-джентльменски, я считаю. Ну, ты знаешь, у меня времени нету, у меня четвертый Б, у меня родительские собрания, у меня соревнования по легкой атлетике. Правило номер 62. Отвергни его в ответ и наблюдай за реакцией. Нет мне никаких правил, успокойся, пожалуйста. Да нету у меня их тоже. Так, придумываю на ходу. Просто мне стало обидно, что ты... Перестал к тебе приставать. Да. С полуслова понимаем друг друга. Ты случайно не сын Фаворского? Боже упаси, это бы окончательно все затруднило. Да, ну может тогда мы... Поцелуемся, давай. Да? Угу. А. Ну, только это... Ничего личного. Да, и без... Я буду холоден и безразличен. Не надо. Заткнись. Это птица. У нее длинные ноги и нету крыльев. Нет. Ну как нет? Это нет, птица без крыльев. Все, нет. Это не птица. Хорошо, хорошо, хорошо. Это, подожди, ты то стерла? Да. Хорошо. Да. Да. Собери, все. Соберись. Да. О, это голова. А это ноги. Да. И какая-то палка. Это хоккеист с клюшкой. Как? Прости, пожалуйста, а что еще могла нарисовать училка по физре? Все, ну это нарушение, это желтая карта. Я вообще требую приз. За что? Я требую приз. Все, скорее. Так, как ты... Да, ты жульничал точно. Это физически невозможно. В постель меня затащить физически невозможно. Ой-ой-ой. Да, и тем не менее, я здесь, на кровати. Я голая. Эх, хоккеистов тебе на спине рисую. Да, значит, я не превзойден. Давай, вставай. Теперь я буду рисовать. Готова? Да чего? Красивый щекот. Ну все, терпи. Так, это змея. Через рельсы ползет. А если подумать? Подумать. Сейчас я подумаю. Нет, это огромный знак доллара. Это виолончель. Это божественный инструмент, который поет человеческим голосом. Это все бабки. Так, кстати, о бабках. Что? Где ты собираешься переработать? Ну, мои условия договора с Фаворским я не выполнил, поэтому прощай, Favor Science. Хотя, ребята из международного отдела сказали, что в Москве открывается филиал и предлагают мне возглавить отдел по связям с общественностью. Ну что, ты пойдешь? Не знаю. А может, пойду в школу к тебе работать. Буду преподавать изящное искусство. Или учить молодых отроков, как охмурять красивых девиц. Если ты, конечно, не против лицезреть меня каждый день. Ну, вообще-то я не помню того времени, когда тебя не было где-то поблизости. Да? Каша пришла. Какая каша? Доброе утро, молодые люди. Здравствуйте, Георгий Михайлович. Не помешал? Нет. Мы рисовали здесь. А, понятно. И так, современно. Можно вас на минутку, молодой человек? Сходи. Ну что, Казанова, ты все провалил. Да, босс. Профукал последний шанс. Не оправдал высочайшего доверия. Знаю, Георгий Михайлович. И тем не менее, я решил тебя не увольнять. Напротив, я решил назначить тебя руководителем Оксфордского филиала. То есть, за что? А так, нравится мне твоя наглая физиономия. Я видел, как удача скрывалась за горизонтом, а ты продолжал метать гарпуны в ее скользкую спину. Такие парни, как ты, Леша, нужны Science Fire. Так что поздравляю, юноша, вы снова в рядах нашей сплоченной команды. Чую, сейчас последует очень жирное «но». Разумеется. Ты же бизнесмен и должен понимать, каковы процентные ставки у любого бесплатного сыра. Взамен ты должен оставить Алену в покое и разорвать с ней всякие отношения отныне и навсегда. А если я откажусь? Тебе не будет места в бизнесе, ни в Англии, ни в России. И вообще, где бы то ни было в Европе. И мне не лень будет озаботиться по этому поводу, уж поверь. Опять решили поиграть в могущественного негодяя? А ты опять переспал не с той барышней. Вот круг и замкнулся, красавчик. Это средневековье какое-то, вам не кажется? Кажется. Но это моя единственная дочь. И я не хочу, чтобы она связала свою жизнь с проходимцем, основным талантом которого является способность морочить девушкам головы, а потом хвастаться этим в компании подвыпивших приятелей. Она не хочет принимать от меня помощи. Никакой. Это единственное, что я могу для нее сделать. И... любые уверения в том, что мои намерения серьезны. Ой, вот не надо об этом. Мы оба прекрасно знаем, из чего скроена твоя изворотливая, жадная на приключения натура. Я надеюсь, тебе хватит здравого смысла не променять 500 тысяч годовых и личный особняк с бассейном на мимолетную, пускай и весьма-весьма приятную интрижку. Подумай, Леш, такие возможности упускают раз в жизни. А дальше только поездка в общем вагоне. Да и то в том случае, если успеешь в этот вагон вскочить на ходу. Подумай. Ну, кажется, мы неплохо провели время. Да уж. Я понимаю, ты этим вряд ли воспользуешься когда-нибудь, но вот на всякий случай все мои координаты, факс, телефон, личный имейл. Угу. Буду присылать длинные письма и веселые картинки к праздникам. Да, и несколько советов лично от меня. Во-первых, не злоупотребляй бюджетными фондами. Во-вторых, не вкладывайся в космос. Сейчас туда все полезут после. Сосредоточься на чем-нибудь одном, там, на лазерной хирургии. И обращай внимание на кадровый потенциал. Хорошо, я подумаю. А ты побрейся. Тебе не надо отпускать бороду. Тебе не пойдет. Циолковский. Пока. Лев Сергеевич. Алекс. Счастливо долететь. Давайте. Нет, подождите, я так не могу. К черту это счастливое будущее. Ты что, с ума сошел? А я не собираюсь всю оставшуюся жизнь втихаря глядеть на твои красивые картинки в интернете и думать, кто ж тебя там фотографирует. Да? Да. И что ты собираешься с этим делать? Прожить вместе лет 20, пока наши дети в институт не пойдут. Потом что-нибудь придумаем. Дети... Спокойно, папа. И ты тоже, знаешь, не пари горячку. Просто подумай, от чего ты отказываешься. А главное, ради чего? Ради каких-то эфемерных детей, которых мы еще не родили, папа. Или ради какой-то смазливой русской, которая вполне может оказаться банальной стервой. Это точно нет. Это значит, ты не хочешь, чтобы я остался? Я не хочу, чтобы через 5 лет ты меня возненавидел за то, что я тебя сегодня не отправила на самолет. Хорошо, я уеду. Но знай, что как только я заработаю свой первый миллион, я вернусь. Я тебе обещаю, я отобью тебя у твоего мужа. Можешь так ему и передать. Кому? Но за кого ты там намылилась уже замуж? Никогда и никуда ты не вернешься. Останешься один, со своими 3 лимузинами, 50 одинаковыми костюмами в шкафу, в огромной пустой квартире с 6 никому не нужными спальнями. Ладно, черт с тобой, оставайся. Будешь руководить здешним филиалом. Ну, не дай тебе Бог. А, я понял. Смотри у меня. Я понял, босс, понял. Добрый день. Честно говоря, я не думала, что поведется на такой дешевый спектакль. Да ну, что ты. Большой Гарри всегда был сентиментальным малым. Это правда. Британская виза пропадает. Тут еще с работы уволили. Вот как? Вы не подскажете, трудно ездить по левой стороне дороги? Я думаю, так же, как и по правой. Я за кофе. А кому взять кофе? Скажите, а вы никогда не рыбачили на Маврикии? Это тема, которая меня в последнее время крайне волнует и беспокоит. О, мама. Привет. Я уже все для себя решила. Скажи отцу, чтобы встречал меня в Домодедово. Мой самолет приземлится через 5,5 часов. Целую, ма. Отцу. Это в смысле Льву Сергеевичу? Не знаю, но вообще-то я и написала, что они мне все рассказали. Тогда которому? let you out.